Я вас познакомлю с чудной женщиной. Подбородок! Хотите, вас не познакомлю? Хочу. Вы знаете, я так горжусь, что рядом со мной сидит такая женщина. Правда? Спасибо. Я ужасно люблю сладкое. Эта машина ничто без шикарной женщины. Какой женщины? Страстной, дикой, необузданной женщины. Толик, вот с этого места поподробнее. Все, отмучились. Понимаешь, вы ловите, я напрасно переспала с этим дежурным мерзким мужиком. В следующий раз документы спрашивай. У меня одно требование, чтобы с моей девушкой спал только я один, а не все масс-медиа страны. Так хорошо? Отлично! Все, снимаем. Найду себе подругу абсолютно тихую, уютную, домашнюю. Абсолютно нормальную блондинку. Гош, ну может, не займемся любовью, а? Давай не будем, а? Может, просто полежим? Только не разочаровывайся в женщинах. Я хочу слабоумную, слепо-глухонемую сироту. И чтобы она ненавидела маленьких собачек. Между прочим, ты сам виноват. Я же не виновата, что ты меня заводишь. Когда я тебя вижу, меня буквально прет вдохновение. Настоящий мужчина и творческая женщина – две вещи несовместимы. Давал клятву Гиппократа. Здравствуйте, профессор. И вы тоже давали эту клятву. Вся клиника лишилась рассудка. Ну как я могу после этого доверять вам больных? Идем отсюда. Голодный? Оля, привет. Ой, привет. Привет. Я очень рада тебя видеть. Я тебя очень рад видеть. Как дела? Хорошо, нормально. Ты очень красивая. А то... Прости, я не могу сейчас говорить. Посмотрите, пожалуйста, здесь прицепный бусик. Дорогой, ну я не могу сейчас приехать домой. Ты понимаешь, что я задерживаюсь на кинопробах. Да. Там пыхтит рядом? Да это гример.
Да не надо с ним разбираться, он самый известный в Москве импотент. Ну все, солнышко, я тебя целую. Ну все, пока, целую, пока. А ты знаешь, гораздо приятнее, когда ты изменяешь со мной, а не мне. Ты знаешь, я думаю, что не стоит обижать бедного человека. Да, уж не такой уж он и бедный. Ты знаешь, на съемку моего фильма он дал только часть денег. Ну, это не так уж и мало. Но мне не хватает. Может быть, добавишь остальную часть? Я? Да, ты. А я все думаю, почему ж ты со мной? А ты только сейчас понял. После ужина при свечах мы расслабились и настроились на романтический лад. Ну, а дальше мы пошли в спальню. Вы же понимаете, чем мы собирались там заниматься, дорогие телезрители. И именно в этот самый момент раздались звуки похоронного марша. Да-да, не удивляйтесь, именно похоронного марша. О, что вы думаете, это было? Это сигнал СОС с мобильного телефона жены героя моего романа. Ну, это... Нет, эту женщину я вам уже показывала. Это дюймовочка «Ночной кошмар врача-диетолога». 124 килограмма ревности, злости и абсолютного идиотизма. Мой потный здоровяк вскакивает, несется со скоростью реактивного самолета в прихожую, чуть не задавив по пути мою бедную собачку. То есть из моей постели его выносит волна супружеского толка. К сожалению, мои обожаемые телезрители, это была последняя моя программа, так решило руководство канала. Ну, все-таки на прощение я хочу вам пожелать удачи в личной жизни. Прости меня, сынок. За что, мам? Это я загубила ее карьеру. Из-за меня ее гонят с телевидения. Да ладно, мам, ну ты-то тут при чем? Я ей подсыпала порошок в еду, чтобы она толстела. А вообще, она очень одаренная женщина. С хорошим чувством юмора, меткий глаз. Мы еще будем гордиться, что с ней когда-то были знакомы. Марина, неважно. Люди, которых она ославила, твердо решили содрать с нее компенсацию. Ну, откуда они знают? Может быть, это вымысел? Или просто совпали факты? Совпали особенно имена, фамилии и фотографии. Советую ей в следующем романе описать любовные похождения какого-нибудь сантехника из ЖЭКа. Дешевле выйдет. Интимное отношения сантехника и ЖЭКа, они же никого не интересуют. Верно. Но в нашей ситуации за это могут и посадить. Так что советую тебе готовить деньги.
Ой, котик, привет. Привет. Привет, садись. Слушай, у меня такие проблемы. Ты мне должен помочь. Я подумала, что я, даже если продам свой дом, машину и дачу, мне все равно никогда не расплатиться по этому иску. Понимаешь? Понимаю. Слушай, я вот что хотел тебя спросить. Как ты думаешь, в моем испанском доме что лучше положить на пол? Паркет или плитку? Паркет вроде бы как-то привычнее. А плитка во время жары прохладнее. Да и жене как-то приятнее будет. Котик, ты что, с дуба рухнул, а? Ты не понял? У меня проблемы. Мне совершенно все равно, по какому полу будет шлепать твоя жена. Если бы ты меня любил по-настоящему, ты давно уже продал свой испанский дом вместе со своей женой и дворовой собакой, чтобы мне помочь, понимаешь? Ну, во-первых, жену мою вряд ли кто купит. Во-вторых, собака у меня хорошая. В-третьих, тебя никто не просил клеветать на таких солидных людей. Поэтому платить за это я не обязан. Что? И вообще, если ты в своей книжке напишешь хотя бы одно слово про меня, я тебя уничтожу. Поняла? Может быть, ты что-нибудь хочешь выпить? Коньяк. Как он мог бросить меня с такими проблемами? Как? Знаешь, все мужчины в критических ситуациях ведут себя как последние мерзавцы. Почти все. Да, знаете, я давно вам хотела сказать. Дорогие мои маленькие, что только в этом доме меня ценит и только в этом доме меня по-настоящему любит. И ближе вас и Гоши у меня никого нет. Гошика. Да. А знаешь, можно я буду жить в этом доме в качестве третьей бывшей жены? Я ведь тоже ничего не умею делать. Так, стоп. Не надо плакать. Не надо. Я, в отличие от твоего подлого любовника, хочу тебе помочь. Как, Гошенька? Как мне можно помочь? Скажи, мой дорогой, пожалуйста, ну обними меня. Ну, вот. Как мне можно помочь? Именно сейчас я об этом и думаю. Да не, ну какое он имеет право тебя выгонять? Я его видел где-то. И что это за причина такая? Ну поправилась ты на пару килограмм. Ну и что? Это еще не повод. То, что я поправилась, я сама прекрасно знаю. Но ты же прекрасно понимаешь, что он меня выгнал не за это, а за то, что Бритни покусала его. Да. Никто не виноват, что этот придурок одел кожаные штаны. Ты сам прекрасно понимаешь, что Бритни терпеть не может больших блестящих задниц. Ну что, сильно покусала? Сильно? Это не то слово. Очень сильно. Он, во-первых, неделю не мог стоять. Когда этот придурок сел по Останкино, раздался такой дикий вопль, что он, естественно, закрыл мою программу. Ну, я тебе очень сочувствую, правда. Я себе тоже сочувствую. Потому что теперь, во-первых, у меня нет денег на жизнь. Во-вторых, мне абсолютно незачем жить. А в-третьих, вообще все рушится. Ну, создашь еще одну программу. Нет. Ну, подожди, мой новый любовник абсолютно идиот. Он водит спортивную машину на 60 км/ч.
Он постоянно звонит своей жене. Ты понимаешь, он пьет в моей постели нитроглицерин. Он заставляет меня считать свой идиотский пульс. У меня рука опухла считать его пульс. И в конце концов, я соскучилась по настоящему сексу. Ну, вот в этом, я думаю, я смогу тебе помочь. Бритни, моя солнце, секунду. Проход по левому флангу, выходит на первого защитника, второго обходит один, выходит на один с вратарем и... Да! Трехочковый! Художница твоя мебель вывезла с моей дачи. Говорит, на выставку. Да ты не расстраивайся, она у всех мебель вывозит. Она мою фотографию поместила на обложку журнала. А я там в чем мать родила? Мне перед родственниками стыдно. Знаешь, я к своей родной тетке появиться не могу. А что тебе тетка? А что тетку эту не пускай к себе, тетка? Некуда мне ее не пускать, понимаешь? Нет у меня теперь дома, нет у меня теперь дачи. Твоя художница дачу мою спалила, она скульптуру свою обжигала. Понимаешь, и теперь эта скульптура, дура, двухметровая, стоит на пепелище, фалос керамический. Дачники проходят, детям глаза закрывают. По-моему, это красиво. Красиво? Да. Да мне жить негде, понимаешь ты? Я в своем кабинете уже третий день ночую. Ты что, с ума сошел? У тебя же там облучение. У меня одеяло со свинцовыми пластинами. А-а-а. Кстати, больного сегодня привезли. Рядом с ним друг твой был, Олег. Что случилось? Тихо, тихо. Наконец-то, Дима. Я постою. Не знаю, Дим, очень печальная история. Этот несчастный продал все, что у него было. Угу. Взял кредит в банке под какой-то огромный процент. Угу. Только для того, чтобы оплатить фильм с участием Ксюши. Между прочим, художественный фильм, а не просто кино. Хорошо, художественный фильм с участием Ксюши. Когда он добыл деньги, помчался домой на крыльях любви, чтобы сообщить ей о случившемся, и застал меня в постели. Да и меня застал в постели с тобой. Хорошо, он застал ее в постели со мной. Честно говоря, как я и предполагал, он такого удара не выдержал. Что делать? Слышишь, нет, он уже три раза приходил в сознание, но как он только нас видит вместе с Олегом, у него что-то начинается страшное, он задыхается и уже просто умирает. Это самое странное. Вот посмотри. Сережа, сейчас увидишь. Сережа! Сережа! Сереж, посмотри, мы здесь. Сереж. Вот видишь? И вот так каждый раз. Понимаешь? Вот так три раза подряд. Что делать? Дыши. А клубника с рынка или из супермаркета? Супермаркета. Не волнуйтесь, жить будет. Очень много народу. И люди очень подолгу задерживались. У картины нравилось. Но вы же видели. Единственное, чего я не увидела, так это денег. Ни одна из ваших картин не была продана. Просто им надо время, они еще не догоняют тему моих работ. Что, вот пока они догоняют, иди и заплати за устройство и за аренду зала. Неужели вы не понимаете, что они были просто потрясены? Ой, господи. Ну, что ж такое? Это она, да? Да, это она. Вот пьет трое суток с горя. Уверяю вас, пьющий от радости выглядит примерно так же. Да? Крошка, ну что такое? Ну, все бутылки-то мы спрятали, и где-то она все-таки заныкала. Одну, ну, где? Да, где? Где она? Ну, где, скажи, ну, она. Ну, ну, ну там.
Не понимаю, ну где? Я не понимаю. Ты посмотри, а. Чудо какое. Моя хорошая. Убирай. Тихо. Реакция хорошая, это хорошо. Да? Успокойся, моя девочка. Давай укроемся сейчас, смотри. Вот как хорошо будет. Тепло, ножки укроем. Ой, моя умница. Что такое? Что случилось? Я бездарь, я бездарь. Боже мой, ну какой ты бездарь. Да? Да только вот Бунин лучше тебя. Да. Бунин только. Бунин? Бунин. А кто это? С памятью проблемы. Это плохо. Пройдет немного времени, и ты будешь вообще известна во всем мире. А сколько точно пройдет времени? Что ты? Ну подожди, больно. Пройдет немножко. Лет 100. Каких-нибудь или 150. Да не хочу я 100, мне не нужна эта посмертная шла. Что ты хочешь? Ну расскажи скорее, что ты хочешь? Ну? Маленький. Да? Чем маленький? Маленький. Что? Маленький. Красненький. Оставьте нас одних и принесите две таблетки анальгина. Нет, анальгин ей не помогает. Нет. Это не ей, это мне. У меня голова после вчерашнего раскалывается. Давайте. Ну, быстренько. Так. Работаем. Возьмем две руки и попытаемся ими достать до кончика носа. Тебе надо выпить 50. Для, я при исполнении не пью. Будем вдвоем говорить или по очереди? Это же не 50 грамм. А сколько? Это больше. Давай, забудем. Ну, за Бунина так за Бунина. Хорошо. Все, Бритни, моя девочка. Да-да-да. Но никто не хочет жить. Но тем не менее все живут. Ну. А я не понимаю. Никто не понимает. Я не понимаю. Никто не Зачем понимает. Мне жить? Никто не понимает. Но никто таблеток не глотает, не жрет таблетки. Я всю жизнь занималась не своим делом. Всю жизнь. А я, может быть, рождена быть дояркой. А я? А что вы? А я всю жизнь кривляюсь перед камерами. А я тоже хотела стать дояркой, но да? Всю жизнь проработала совсем в другой области. А ты? Талант! Я? Практически гений эфира. Королева! О, посмотри, как живенько, посмотри, как мило. О. Практически ты Гоголь, Салтыков-Щедрин. Ну, только у них герои все вымышлены, а ты прям вот натурально.
натурально берешь за горло реальных людей. Это же здорово. Вы что, правда так думаете, Маргарита Борисовна? Безусловно. Ну ты посмотри. Ну ты посмотри, как живенько. Я не знаю человека, который бы готовил бездарнее, чем Маргарита Борисовна. Я бы сказала, что она Галилей в кулинарии. Бросив сырую курицу в готовый борщ, она обязательно скажет. И все-таки она сварится. Ну, не знаю, пульс нормальный, давление, по-моему, тоже в норме. Может, успокоительный просто? Да, вот, сейчас примем таблеточку, и все будет хорошо. Ну, ты вспомни, ну, всех великих актрис вначале не принимали. Вот возьмем, к примеру, Шерон Стоун. Мы ее возьмем, кто же нам ее даст? Вот, понимаешь? Ведь ее никто не принимал за актерский талант. Все просто смотрели на ее... Круч. Помолчи. Ты пойми, это долгий и тернистый путь. Но ты обязательно его пройдешь. И мы все будем гордиться тем, что были знакомы с тобой, а я даже имел честь с тобой спать. И все, кому посчастливилось спать с тобой, будут гордиться этим. Слушай, а хочешь, поедем в магазин вместе и купим все? Вот все, что ты захочешь. Даже самое дорогое. И помнишь вот те розовые туфли? Помнишь, вот которые стоили, как Ауди? Дима, это серьезно. Если она не хочет в магазин, это конец. Дима, сделай что-нибудь, я тебя прошу. Извини. Алло. Да, у меня. Дим, по-моему, что-то случилось. Сейчас. Алло. Ну, в теле. В машине я забыл теле. Моя Оля попыталась выпрыгнуть с крыши клиники. Чушь уж их так колбасит-то всех, а? Вот люди бизнеса прогорают до нитки и на последние бабки летят на юг отдыхать. А эти, ты посмотри, либо травятся, либо с крыш пытаются сигануть, а? Господи, как же мне их жалко-то, а? Давайте посмотрим правде в ее наглые, бесстыжие глаза. Давайте. Никто из нас раньше представить не мог, что творческие женщины стоят так дорого. Все гении живут за счет окружающих их нормальных людей. Мы попали в число этих окружающих. А я не хочу быть окружающим. Я, между прочим, тоже творческая личность. Ты? Да, я. Я тоже играл. Пограничников, подводников, юнкеров играл. Но я никогда и подумать даже не мог, что я с нормальной женщиной попаду на такие бабки. Полк бывших жен стоит дешевле, чем одна писательница. Это гениально. Знаешь, что сказал? Интересно, а кто их одна привел? Печка в одном мультфильме. Сам спек, сам и кушает. Я, подожди, что а кто спек, привел? Подводник. Кто ну, привел? Я их привел. Ну, видели что? Мы а что тогда ты орешь? Что я ору? Я вам слышу, что держал? Я вас насильно знакомил? Да наизнанка. Ты говорил, ой, какая собачка. Марина, да, Марина, я сколько? Я что это говорю? Мне там может, успокоились? Русская писательница. Так мужики, успокоились? Тихо.
Тихо, я предлагаю. Творческая личность. Хватит ссориться, хватит. Давайте спокойно. Он видел, давайте попробуем. Давай попробуем. Да ладно, Дима. Я видел это все и нормально, мне нравится. Дима. Ты тоже что-то ребят, давайте... достал. Давайте, я достал калькулятор. Давайте попробуем составить бизнес-план. Да какой бизнес-план? Ты что, человек предлагает. Замолчи, ты человек предлагает. Не любишь его, не смотри. Проблемы наших бывших любовниц. Замолчите. Сейчас мы все посчитаем и посмотрим, во сколько нам это... Давай по порядку. Так, Марина, да? Иск подают пятеро. Пятеро. Это по сколько? Положим на пять. Это... Да много получается, я же говорю. 5 и 5, 25. Да, да больше. 5 и 10, чтобы прокормить твою безработную Нону и ее собачку, нам потребуется... Потому что если посчитать все, что она может прогрызть и кого покусать, это ей больше получится. Так, хорошо, хорошо. На восстановление сожженной дачи твоей Ольгой... 21 тысяча рублей. 20... Что так, рублей? Рублей. Это рублей. Голубятни, что ли, получается? Да, для воробьев. О, нет, это все равно получается на кино Ксюши. Могу себе представить. Это получается уже не сумма, это какой-то международный телефонный номер. Так, тихо, 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 Олег. Считали. Мужики, а никто не пробовал грабить банк? Это я так сказал. Подожди, а что так-то? Слушай, кстати, у меня в магазине полно вот этих чулки, которые на голову одевают. Ну, их, в принципе, одевают на ноги, но когда грабят банк, их одевают на голову, понимаешь, да? Вот здесь завязывают маски, маски, маски. Может, маски. Может, кто сядет, одна? Может, у нас? На Мосфильме? Ну, оно же не стреляет. Мы же не стреляем, никого не убивает. По-настоящему. Ребята, а Горький, что Горький? Горький это писатель с такими большими усами. И чуть что норовил удрать к себе на дачу. На Капри. Ну, когда его здесь доставали, он сразу уезжал. Была у него такая возможность. Он уезжал, когда у него были неприятности? Ну, можно и так сказать. Когда у него были, как ты сказал, неприятности? Неприятности, и он сразу уезжал. Какой ты молодец. Нет, Нон. Нона, ты красавица. Нона, ты лучшая женщина в мире. Ты, у тебя все будет хорошо. Нон, прости, Нон, у меня клиент. Я тебе позвоню. Я тебя целую. Да, ты красота. А знаешь ли ты, что все великие люди, когда их настигал творческий кризис, покидали пределы своей страны? Знаю. И что? Гоген, когда ему все осточертело, сбежал на Таити и написал полотна, которые сейчас миллионы стоят. Я рад за него. Золя удрал из Парижа. Горький драпанул на Капри. Не догоняешь? Погоди. Горький на Капри, Гоген... на Таити. Угу. Загадка, что... Погоди. Горь. Я говорил про кризис. Олег, ты гений. Угу. Все великие люди убегали из страны, когда у них начинались проблемы. Ты гений. Олег, ты гений. Я звоню Кинге. Гений. Гениально. Горькина. Алло. Алло, Дим, здорово, это я. Мы тут с Олегом сидим. Слушай, Олег гений. Ты вот только слушай внимательно. Все великие люди, когда у них начинался кризис, убегали из страны. Горький драпанул на Ка. Он идиот. Вот, послушай Олега. Трезво? Не знаю. Алло, Димочка. Дим, слушай, я сегодня гулял с ребенком, и он меня спросил, а вот кто такой Горький, как он выглядел? Я говорю, Горький, сердце Данка. Ну, я не знаю, что с ним. Как с ним разговаривать? Бесполезно с тобой разговаривать, мы тебе перезвоним.
Вот говорю, истина да в вине. А я скажу нет. А в чем? Истина. В более крепких напитках. Ты что не оставил-то, а? Да что ты не сказал? Ты что не оставил-то? А да? Что ты не сказал? Ты? Ну нет, ну. Ну ладно. А у нас в турагентстве кто-то есть? Турагентстве. Турагентстве. Лиза. 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 Подожди. Лиза. Это гениально. На капле. На капле? М? Так вот, да, ну-ка я. Ладно, жмут. О, ага. Алло, Лизань. А, да, это Толик. Нет, не надо в салон. Я по другому поводу. Я имею в виду. Скажи, вы на капле продаете путевки? Я почему спрашиваю? Все великие люди, когда у них. А, не важно. Четыре. Ага. А, женские. Взрослые. Да. Кто смеется, Олег смеется. Абсолютно свободен. Ха, свободен это не то слово. Но только сначала нам нужны путевки. Да. Угу. Я тебе позвоню через час. Окей? Я тебя целую. И сколько Пока. Стоит? Что ты все время сколько стоит? Потому что я все время. Гоша, звони. А что Гоша там? Слушайте, мужики, а вот Тобольск. Угу. Гош, какой Тобольск? Ну что ты? А что, туда декабристов засылали? Ребят, подождите, давайте так. Я считаю, что им нужно всем выправить пятую графу в паспорт и отправить их на Димину историческую родину, землю обетованную, в Израиль. Спасибо. А там на них снизойдет вдохновение. Они выйдут из творческого кризиса, а может и замуж, а и мы вздохнем свободно. На Ближнем Востоке без них положение хреновое. О, Мурманск. Гош, прекрати. Слушай, Прибалтика. Хорошо. Во-первых, да. Недалеко. Во-вторых, там много своих. Так, стоп, стоп, стоп. Я против. Чего ты против-то? Я своей родине зла не желаю. Ага. Там я родился, там моя мама нет. А на друзей тебе нас наплевать, да? Нет, не нас наплевать. Но я против Прибалтики. Отпадает. Ну хорошо, давай к твоему отцу на Кипр. Так папу не трожь! Папа святое. Мои бывшие так его до инфаркта довели. Пусть лучше старик спокойно доживает свой век. Хотя остров неплохая идея. А лучше необитаемый. Не. Необитаемый нельзя. Они друг друга съедят. Не говоря уже про Бритни. Да. Да. Или она их всех. Хм. А давайте по старой русской традиции пошлем их на Капри. А что, хорошо? Природа, воздух, потом люди ими не пуганы. Капри, Капри, это где? Капри? Капри, это... Капри, это рядом с Неаполем. Вот здесь, вот здесь, да. Нет. Жалко. Жалко. И Греция рядом. Кого жалко? Каприотов. Обычно она сильнее кричит. Ты уж, Толик, ты не ленись, не ленись, старайся. Старайся, я тут рядом с тобой. Мама. Я рядом. Мама с тобой. Да, Сырен Григорьевич, уезжаю. Угу.
Да нет, нет, по семейным обстоятельствам. Угу. Да. Нет, к сожалению, попрощаться как следует у меня сегодня вряд ли получится, времени нет. Угу. Ну ничего, я скоро приеду. Да. Отдохнувшая, загорелая такая. Угу. Да, наверное, очень-очень голодная. Угу. Ну все, да, да. Угу. Хорошо, хорошо. Ну все, целую, пока. Пока. Так, кому-то я, по-моему, забыла позвонить. А Михалкову звонила? Михалкову звонила, Михалкову, да. Помнить. Кому-то очень важному, вот не могу вспомнить никак. Сейчас посмотрю. Все твои работы у меня вот здесь. Где? В кармане? Нет, в сердце. Ты что, в сердце? А хочешь, я подарю тебе вот эту картину безвозмездно? Спасибо, спасибо. Мне достаточно моих воспоминаний. Обо всем договорились. Я... Ну, так будет всем лучше, да? Да? Дим. Да. Да. А давай попрощаемся, а? По-человечески. Только быстро. Нам нужно еще дверь отмывать. Димку! Да. Дим! Да. 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 Уя! Сижу здесь еще одну минутку. Как будто бы я раньше никогда не видела, какие в этом доме стены, окна, потолки. А теперь я гляжу на них с такой жадностью, с такой нежной любовью. О, мой милый, мой нежный, мой прекрасный Гоша. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое. Прощай. Ну, вы знаете, я не люблю писать писем, поэтому все, что я хочу сказать вам, я, вернее, вы прочтете в моих романах. Гоша.
сахара мешать, завертеться в чашке, упасть на кровать, не допив чай краем. Глаза заметили мы, что нет визы на лето, так что ждем зимы. Мне говорят, так много лишнего тебе говорят, так много лишнего, зря мы с тобой сцепились.